Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня посеяла огурцы для раннего потребления. Семена у меня прошлогодние, хорошо себя зарекомендовавшие, партенокарпические, все гибриды. Наш любимый Герман F1 от агрохолдинга «Поиск». Выращиваю его уже много лет. Если другие сорта периодически меняю, то этот сею каждый год, потому что он никогда не подводит с урожаем. Огурцы очень вкусные, мелкозернистые, раннего срока созревания. Плодоношение вступает через 40-45 дней после всходов. Шоша F1 от агрофирмы «Партнер». В прошлом году посеяла впервые. Огурцы понравились. Решила, что и в дальнейшем буду их выращивать. Раннеспелые, в плодоношение вступает через 39-43 дня. Плоды без горечи и пустот, размером 9-11 см. Устойчив к мучнистой росе и огуречной мозаике, толерантен к пероноспорозу. Кураж F1 от Гавриш, тоже в прошлом году выращивала впервые. Огурцы понравились, вкусные, универсального назначения. Это скороспелый сорт, вступает в плодоношение через 40-50 дней после всходов. Зеленцы длиной 12-15 см, без горечи. И новый гибрид, который буду выращивать впервые в этом году, называется Infinity F1, производитель Голландия. Приобрела я эти семена в интернет-магазине «Лето», город Ижевск. Этот магазин реализует семена отличного качества для профессионалов. Я нынче посеяла их семена петунии из серии «Тайдал», 2 пакетика, всхожесть 100%, так что этот магазин всем рекомендую. Infinity F1 – скороспелый гибрид от всходов до плодоношения 35-40 дней. Длина зеленцов 18-20 см. Написано, что плоды обладают прекрасными вкусовыми качествами. Рекомендован для выращивания в закрытом грунте. В пакетике 5 обработанных семян. Я посеяла по одному семечку каждого сорта в торфяные горшочки, а их поставила в пластиковые стаканчики по размеру. Когда придет время высадки в грунт, я безболезненно пересажу огурцы вместе с торфяным стаканчиком в лунки, не тревожа и не повреждая корни растений. Это очень удобно. Пересаженные огурцы никогда не болеют и сразу трогаются в рост. Пока сеянцы не проклюнулись, закрываю горшочки сверху прозрачными крышками и ставлю в теплое светлое место, у меня под фитолампой. После появления всходов крышки уберу. Когда земля в теплице прогреется, огурчики пересажу на постоянное место. Еще остались у меня по 2 семечка прошлогодних огурцов от уральского дачника «Пучковое великолепие F1 RMT F1». Вот они на видео. Очень они меня разочаровали, никаких пучков я не увидела. Огурцы были маленькие, толстые, как бочонки, невкусные. Всхожесть семян отвратительная, а цены заоблачные. Больше с этим производителем дел не имею. Я уже раньше говорила об этом в одном из своих видео. Благодарю всех за просмотр. Поделитесь в комментариях, какие сорта огурцов вы предпочитаете выращивать. Может, кто-нибудь выращивал Infinity? Поделитесь своими впечатлениями об этом гибриде. Желаю всем хороших всходов, замечательной погоды и богатых урожаев. Оставайтесь с нами. До новых встреч!